Сегодня наш урок истории о власти. Уже древние люди знали, что у власти может находиться далеко не всякий. Но хотели многие, и часто не самые умные, а самые грубые и дикие. На смену диким пришли самые хитрые и коварные. И боролись за власть, используя разные, иногда очень нехорошие методы. Сегодня мы можем выбирать не диких и не коварных, а достойных.